Ошибки строителей и снежная шапка на крыше архангельской веранды стали причиной обрушения конструкции. К счастью, трагедии не произошло. Однако северодвинские родители беспокоятся. Наши веранды опасны для детей. Кто следит за состоянием строений, узнавала наша съемочная группа. Такие снежные шапки на крышах веранд могут таить немалую опасность. На днях в Архангельске на территории одного из детских садов обрушилось деревянное строение. Сейчас специалисты выясняют, что именно послужило причиной обвала конструкции. Некоторые родители северодвинских малышей начали паниковать. Так что теперь стараются обходить площадки детских садов стороной. Опасно. Я считаю, что очень опасно. И надо этим заниматься. Почему не занимается, неизвестно. Ну, вы бы вот отправили ребенка здесь гулять, оставили бы? Вот мы поэтому тут и гуляем, а не там, потому что страшно. Следить за состоянием веранд обязаны сами дошкольные учреждения. По закону ответственность в случае трагедии будет лежать именно на заведующей. В садике мальчишки-мальчиши-то прекрасно понимают и внимательно наблюдают за состоянием так называемых теневых навесов. Тем более, что в этот садик ходят более 200 детей. И на прогулках они зачастую находятся под кровлей недавно установленных веранд. Крышу мы договаривались с подрядчиком так, чтобы скат был хороший, чтобы снег сходил. И вот в этом году очень снежная зима, но покров снежный небольшой. И такого, чтобы вот какие-то нарушения были на крыше, или, может быть, какие-то дыры бы образовались, трещины. Мы вот наблюдаем в течение полугода, этого ничего на крышах веранд нет. Впрочем, северодвинские веранды пока в безопасности, говорят в управлении образования. В 2012 году на территории северодвинских детских садов установлены 42 новые веранды. Еще планируется поставить 34 постройки. За качеством выполнения работ следят и заведующие, и специалисты. Это в обязательном порядке визуальные осмотры всех объектов, вот, с составлением актов. Два раза в год, весной и осенью. По нашим учреждениям образования у нас каких-либо значительных замечаний нет. Обрушившаяся в Архангельске веранда была установлена совсем недавно и, возможно, также не вызывала нареканий у проверяющих. К счастью, детей в момент падения крыши рядом не было, так что никто не пострадал. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.